Ира, ты куда? Ира! Ты куда идешь? Да.
Да. Да. Хорошо. Тропики, это субтропики. Бегал. Может быть и да. Все. И отвечает цветами каждому. Провожает. А может ему кто-то из наших девушек понравился? Он молодой. А что у него за цветы? Настоящие или нет? Настоящие. Настоящие? Да. Не хотите купить настоящие? Ой, какие красивые. Это вот детей на продажу. Вот видите, вот он опять. Нет, он понял. Красивый, такой прям. А сколько же уважаемый? А сколько метров водопад в том месте? Метров 20? Это то, что тоже новое, еще я считаю, значит, 200 с чем-то. Я имею в виду все полотна. Вот мы от начала и до конца. Да, да, и до речки. До речки. Вот там вот, да, в барах. Что? Скоро пора кончиться. Обалдеть вообще, я обалдею. А вон у озера внизу, что речка? Это речка. Речка? Ой, посмотри, мы к этой горке приехали. Значит, я говорю о том, что значит, основном здесь на плантациях работают тамили. И, естественно, по соотношению здесь превалирует тамилов больше, чем сингал. Но, значит, именно поэтому, если здесь мы увидим какие-то храмы, это однозначно это индуистский храм. Пожалуйста. Вот сейчас будет классно. Вот речка видна. Что? А весь мясо. Слушайте, как высоко в горах живут. Воздух. А цветы какие выращивают. Бесподобные. Цветы вообще, я не знаю. Чудо. Посмотри, вон прям цветы вон прям растут. Какие красивые. Можно вопрос? Александр, а как я знаю, индуизм же не проповедует же насилие. Так почему же тамилы... Ой, ступу видно там вдали. Вот сейчас будет хорошо. Класс. Смотри, какая речка. Обалдеть, красота какая. Какой вид хороший. Да, полностью все... Поднимаемся на высоту до 2000 метров, где-то 2000 метров. Ласанта, 2000, да? 2000 высота? Если точнее, 1853. Нет, это еще не поднялись, это мы еще только будем подниматься. Боже, посмотри, какая прелесть. Что-то парализовало.
Какая прелесть. Смотри, какие грядочки, какие вот эти вот плантации, прям чистюсенькие, рядочек в рядочек, прям аккуратненькие. И цветы, цветы везде продают, цветы выращивают, цветы. Смотри, вот эта скала какая красивая. Ну да, там бы я... Ну смотри, какой достал. Ресторан красивый. Нет, это цветы тут. Это просто предок, как всегда. Посмотри, какие хочешь. Красота, красота. Самое страшное, что всегда придает цветов. Я от кого-то не ожидаешь. Да. Ну, сейчас хорошо, хорошо, хорошо. Да. Постирались прямо на кустиках, сушат одежду. Да, Санта, а здесь влажность уже не такая большая, как внизу, да? Ну, здесь достаточно высокая, то есть где-то в районе 70-80 есть. Но здесь больше влажности или внизу? А? Внизу больше влажности или здесь? Внизу. А, вы имеете в виду Талопа, да? Да. Да, там влажнее. Больше? Да, влажнее. Мойка автомобилей. Ну что ему сказать? Я пока к водопаду выходила, так я вся мокрая. Мне жарко. Ты понимаешь, когда вот это самое? Глаз. А это внизу огород. Посмотри, какая красота. Какие красивые. Квартирку закрывайте, батюшка. А что это такое голубое среди плантаций? Вот такие голубые. А, или то сетки прям какие-то. Это люпари. Люпари. Да нет, то сетка. То сетка, наверное. Межа. Вот это, которое есть. Это голубое, да. А, полоса? А, это сетка. Нет, я имею в виду, вот там, видите? А земля здесь тоже у них частная, тоже, да? Тоже у всех частная тоже. Кто-то разрешает, милиция разрешает. Так нельзя, конечно. Нельзя? Огороды какие красивые, такие грядочки, да, такое все. Зелень такая, зелень прям сочная. Такая зеленая, настоящая такая. Посмотри, аж вверх, все полностью засажено. А второе начальник еще сразу? Если хочешь, тебе удобно ложи. Боже, какая красота. Эту местность очень любили англичане. И, естественно, дороги не такие, но какие-то дороги были, потому что транспорт здесь постоянно был. И вот куда мы едем, этот городок, называется Маленькой Англии. То есть, похоже, их не строй. Именно стиль домостроения как раз их не до сих пор используют для того, чтобы если, допустим, новые дома строить, все равно используют их стиль. Дорожка, тебя в театре.
знаешь, такая красота. Это не чай еще. Почему? Потому что там есть листья чая и стебельки, да, веточки. То есть его надо отделить. То есть листья чая от стебелька. Но и вот это интересный момент, старинный метод какой использовали для того, чтобы отделить. Это уже сухие листья чая пропускали через через два малика специально обработанные полимеры. Но вот этот, на этот малик как бы склеивается, когда пропускают чай, мелечится чай. То есть это не знаю. Ну, это как бы один малый эффект. Процесс.
как снять, чтобы, смотри, темное получилось это, а как его снять? По со вспышкой оно... Снимай так, вот такое вот небо получилось, ладно, это будет такое. Или еще раз попробую. Да я сниму его. Ты снимешь? Ну сними ты. Нет, такое получилось, не очень. Дома аккуратненькие. Вот точно так, вот такая, точно такая же история. Вот плантация в идеальном состоянии, да? Ага. Ой, как красиво, видел? Да? Ага. Ступеньками, да? Да, вот ступеньками, видите, через Мамас. Вот там водопровод, да? Ты же видишь, оно тут, наверное, сотнями лет. Ничего не разрушалось, это только создавалось, да? Что? Как они по этим ворам ходят, вообще непонятно. Это ж сколько надо обойти? С утра не надо. Привет! Привет! Ты куда прямо закрыла мне? А вон как раз. Это я деткам привет сказала, не рвайся. Я ж не видела. Ой, а вон там гора, посмотри, как красиво. Тут... Боже, в какой красоте люди живут. Какая красота. А что? Ага. Смотри, как живут, как прям в домике. Какая красота. Магазинчики. А земля красная, смотри, какая. Красная-красная. А что она красная? Закат такой красивый. Почему? Да, ну взять мы с тобой приму мощность. А какая у него мощность? Какая красота. Какая у него мощность? Уже на самую вершину почти поднимаемся, да? Уже немножко осталось. Нет, так на циклете этажа объемы бывают приличные. Да не, ты ломанул 250 кубиков, где как раз. 60. Да не. Ну 150. Ну, может. Ну не 50 это. Не, ну не 50. 150 лет. Да не. До 100. Ой, как красиво. Не, 60 это мало на Саншовы. На САР это мопеды. Да нет. До сотни кубиков. Он 300 килограмм везет. Как он может это на 60 кубиков вести? Понятно, что там коробочка какая-то. Боже, все до грамулечки засажено. Такое количество земли и все засажено. Получается что-то. Не, нормально. Вот домики красиво, да, прилепились от площадочки. Новые террасы он делают, особенно какие. Не знаю, конечно, вот это тут опасно. Все, знаешь, машина слетает, прям тем хорошо. А тут дороже, чем на ее, да? Так это же можно бизнесом. Тут для этого продавали. Так все и делать. А недвижимость тоже дороже здесь? Уже темнеет, сейчас через минут 10-15 уже будет совсем темно. Все, он до верх поднимется еще выше. Как большой, да, кто-то тоже додумался. Смотри, Исузу. Хорошие даже вещи такие, проходимые. Деревьев одиноких, одномерных, значит, это эвкалипт для того, чтобы было удобрение для кустов. То есть листья сами выпадают, и это является удобрением. Для... Листья эвкалипта, да? Да. Ну, помимо того... Вот, сам же чай тоже, да? А?
самі кустов листики теж остаються. Ну так, теж. А от із фабрик, після обробки от цієї, помните, я вам сказав, що білі віточки убирають. Эти веточки тоже приносят и бросают. Засыпают. Да, засыпают здесь для того, чтобы, ну, как удобрение. Химии никакой, да? И что у нас в Украине? Глазанта, химические удобрения. Химических ничего не добавляют. Ну, а травка между ними растет? Между кустами травка растет? Так а как она, может, там же темно? Темно? Ну, какая-то травка есть, но это если, это, скажем, ну, просто трава такая. Но специально не высаживаю. Не то имела в виду. Случайно, они же плохо нас посадили, просто не дают работу. Вы понимаете, конечно. Надо сухо вручную, а вот оборвали. Какое количество вот это вот обработать? Паша, наверное, 5 лет, да? Раз в две недели, представляешь, собирают раз в две недели урожай. Это раз в две недели надо полностью все вот эти кусты обойти и повырывать. Еще чай.